Кирилл Пиздец и Юра Балалайка from Russia. Друзья, доброе утро! Сегодня второй гоночный день. Второй гоночный день для многих участников «Романьяка» стал переломным не только в гонке, но и в судьбе. В этой серии вы станете свидетелем следующих событий. Русские парни из «Авантис» поймут, что могут больше, чем просто финишировать. Михаил Гаврилов, единственный участник голд-класса из России, сходит с гонки. Грэм Джарвис получает страшную травму. Хитлер. Андрей Ыть выбивает плечо и только на воле к победе финиширует и остается в гонке. Вот, весь рукав в крови. Кирилл знакомит иностранцев с могучим русским языком. Павел традиционно спасает Сандру Гомес. Сандра едет уже более 5 часов. О, не пошло. Дорогой наш любимый зритель, мы просим не смотреть это видео с детьми. В видео присутствует ненормативная лексика, которую, к сожалению, из песни не выкинешь. Папам и мамам, активно защищающим свою правоту и позицию, я хочу напомнить, что «Все в эндуро» — это канал для взрослых и умных. Сейчас Кирилл дает ценную установку. Хорошего вам, друзья, просмотра. Давай скажем. Пока ничего, пока Миш. Не можешь что он говорит. Не пизда, я тогда Неважно, парни, на каком мотоцикле вы ездите. Важно, кто вас учил, обучал и как вы применяете эти знания, которые вы получили. Ребята, с 23 по 27 сентября у нас пройдет эндуро-тур с обучением в Крыму. Мы собрали лучших российских эндуро-спортсменов для того, чтобы они поделились с вами знаниями. Итак, звездный состав нашего тура. Сергей Терентьев. Всем привет, я Сергей Терентьев, и вместе с «Все в эндуро» я буду учить вас хард-эндуро. Артем Кунцевич. Всем привет, я Кунцевич Артем. Ну и, конечно же, Александр Владимирович Лужин, двукратный чемпион России по эндуро. Будем много тренироваться, я расскажу много нового, новых техник прохождения треков, гор. Будет веселой компанией, туса. Погнали с нами. Вот весь этот звездный состав будет учить вас в течение 3 дней, как правильно ездить на мотоцикле. Мы научим вас качественно, быстро и безопасно гонять на мотоциклах. Поэтому встретимся в Крыму. Конечно же, для того, чтобы вам было удобно, мы разобьем всех участников на 3 группы. Новички, среднячки и, конечно же, ракеты. В каждой этой группе будет представлен тренер. Конечно же, ребята, мы будем с вами вместе просыпаться, есть, пить, засыпать, кататься и постоянно разговаривать о мотоциклах. Теперь самое интересное. Конечно же, у нас есть в прокатные мотоциклы, и хорошие, и не очень, и китайские, и японские, и австрийские. Но самое важное, это скидка порядка 20 тысяч рублей первым 10, кто сейчас позвонит по телефону, который я оставил внизу. Парни, мы ждем вас в нашем эндуро-туре в Крыму. Увидимся в горах. Начало второго дня, сейчас время в районе 6 часов утра. Происходят первые старты, друзья мои. Да, действительно, второй день уже показывает, что такое характер. Знаете, вчера, когда все приехали, еще, точнее, когда приехали позавчера, была такая эйфория, типа фигня, ничего страшного, ерунда. Вчерашний день уже заявил о себе, а сегодняшний день, друзья, ребята не приедут никуда. Они останутся на бивуаке и будут ночевать то, с чем... чего везут с собой. Это, конечно, странная история для нас всех. Новый стандарт, а новое всегда принимается тяжело. Передаю слово нашим ребятам, которые расскажут вам более детальную информацию, что, как и что. Сколько километров они проедут сегодня, как это все будет происходить. Ребяточки, не забывайте, вы на канале «Все в эндуро». Мы начинаем второй гоночный день и 3-й день «Романьяка». Старт проходит в таком красивом месте. Гигантская плотина за моей спиной. Гонщики стартуют вдоль этой плотины и въезжают в гору. Сразу же у голдового класса его ждет острый подъем, куда нужно выстреливать в отсечку. По погоде. Погода сегодня пасмурная. Когда мы сюда ехали, над горой висела гигантская грозовая туча. Грунт немножечко подмочило, но так как есть ветер, все эти тучи сдуло.
направлении севера. И сейчас уже небо чистое. Думаю, что расцветет и будет солнечно, грунт подсушит. Голдовый трек, второй день. Впереди подъем, очень сложный по рельефу. Смотрите, здесь есть медицинские точки. Причем эти медики, они эндурист. Один мотоцикл, врач где-то на треке, они вон там вот сидят на въезде. А вот второй мотоцикл врача. И вот 6D, между прочим, 22-го года. Третий мотоцикл врача. Оборудование, карта, навигатор у него есть. В случае надобности врач садится на мотоцикл и быстренько выезжает на место аварии, травмы пилота и так далее. Для тех, кто присоединился и включил эту серию в первый раз, я хочу напомнить вам, друзья, что мы с вами находимся на серии чемпионата мира УЭС по хард-эндуро. Более 500 участников со всей планеты слетаются в Румынию каждый год, чтобы помериться силами. Хотя нет, помериться силами только процентов 10, остальные просто финишируют. В соревнованиях есть 5 разных классов. Gold класс, Silver, Bronze, Iron и Atom. Мы сегодня с вами будем наблюдать за классом Silver и Gold, потому как они самые зрелищные и по-настоящему красивые. Все остальные классы организаторы гонки считают не такими зрелищными и скучными, чтобы их снимала вся Вандура. Вот сейчас начинается трек, очень серьезный, каменистый. И началось движение по камням. Очень сложный момент. Один из подъемов Gold класса, один из, по-моему, это вторая точка, если я не ошибаюсь. И она очень... Блин, это просто жесть, как они здесь едут, я не представляю, парни. Сейчас попробуем вместе с вами подзабраться, здесь скользко стоять. Да, вот он, наконец-таки начался Романека. Я напомню, что ни в коем случае ребятам сейчас ни при каких обстоятельствах нельзя ломать технику. Ребята, мы тут встретили молодого человека, которого зовут Хиклер. Хиклер. Да, Хиклер. Он из Австрии, в класс Gold. Но сейчас он стоит и переводит дух, потому что ему очень тяжело. Говорит, что у него его мотоцикл КТМ, maybe Sherco. Но это его третья или четвертая попытка, ребят. Действительно, это очень непросто. Это просто какая-то фантастика. Hi.
там внизу возле растяжки подъехали два гонщика из класса Gold и остановились. Отдыхают, никуда не едут, дышат. Кто-то из них даже снял шлем, знаете. У нас есть такая, ну, примета, так скажем, наблюдение, что если райдер снимает шлем, то ему уже, значит, все, хана, он прям очень сильно устал. В общем, получается, что голдовый трек – это всегда перестановки, всегда вот такие вот затычные места, каменные подъемы, очень с высоким с таким углом рельефа. Здесь можно ехать только на первой скорости, наверное, ну максимум где-то подрубается вторая. Потихонечку ползешь в этот склон, буквально вот карабкаешься чуть ли не со скоростью пешехода, даже где-то медленней. Переставочки на высоте. Да, тут положить проще. Передохнуть. Поправить. Шаня, дорогой, давай! А вот и Михаил Гаврилов у нас. Наконец-таки мы дождались нашу звезду. На беточке, на православной сейчас раздаст. О, не пошло. Михаил Гаврилов. Мы узнаем тебя. Мишка, боец. Боец, ребяточки. The last one is very slippery. Yeah. I was gonna tell him not to go that far. Maybe come a bit slower, Asha. Красавчик, красавчик, красавчик! Аккуратненько. Транслейтер. Fucking great. Fucking great. The best. Ай, блядь. Yeah, he did a good job. Yeah, good job. О, отличная работа! Давай, давай, давай! Чуть не убил. Миша, аккуратнее, я знаю, где ты живешь. Давай, покажи секс. Ах, красавчик, красавчик, красавчик!
Ребята, поддержим, поддержим Мишу! Вот сейчас он это сделает, смотрите. Вот так вот дела делаются, молодец. Дай пройду, блядь. Ну что, утвёрся в творога, да? Пиздец, понаехали. Вот ведь пиздец. Я смотрю, тут слова русские учатся. Да, я здесь работаю. Вкатывался. 3 недели без мотика был. А что ты? А. У меня ж моего все. А этот я только забрал вот перед... Ну, в Москву заехал и на Румынию поехал. 3 недели не катался. На бобре последний раз ездил. Очень сложно вчера было, вообще, еще жара меня просто добивала. Тормоз сломал, короче. О! И катанули, короче. Ты чего? Ну? Там зудки. Так, говорит, все. Давай тихонечко вот здесь развернись, и мы поможем. Help? No. No? Окей. Okay. Chocolate? No. Может, water? Water? Black. That's too much. Вот так, ребята, выглядят, пиздец. Он говорит, too much. Все, говорит, блядь, наигрался. Slowly, 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 slowly. Ну, Мишка наш живой, блядь, по сравнению с немцами. Ебать. А Миша все. Да, все. Положи мотоцикл. Не хочет. Продается, походу, мотоцикл, пацаны. Смотри, импортное телевидение тебя снимает. Да ёб твою мать, тихонечко ж ты. Сапоги попортишь, отдавать же. Да, пиздец. Пиздец? Пиздец, пиздец. Пиздец, пиздец. Наш человек, наш. Наш, наш. Крещеный уже. Russian. Russian. Путин балалайка. Пиздец. Путин балалайка Геленджик. Давай, дальше поехали. О, красавчик. Ах, хорош, хорош! Зверь, зверь! Матрешка. Матрешка? What is балалайка? Балалайка. О, у него что-то не очень хорошее представление о балалайке. Балалайка. Сейчас умру от смеха с ним. Девчонки, хотите вас познакомлю с Мишкой Гавриловым? Куда вы? Жарко, пиздец. Пиздец, пацан. Пиздец. In Russian, go, пиздец. Go, пиздец. Нет, no, no, no. Go, go, go. Go, 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 go. Translator, пиздец. Чтобы вы понимали, всех остальных затаскивали, Миша заехал. Ракета. Эй!
Балалайка. Балалайка русская. It's not balalaika. It's not balalaika. Spanish? I don't know. Where are you from? England. England. He's British balalaika. Yes. Шоколадочки тебе дать? Water, water. It's a go. Что ж ты творишь-то, блядь? Это ж последняя вода была. Thank you, sir. Вот, сейчас как бы полетишь, как со ракета. Следующему останется так-то. Не выкидывать же. Такие вот вертикалочки. Потому что спасибо. Надо было брать не газ-газ, а КТМ. Ну, давай, КТМ. Давай, давай. Your time bar for us is in 2 hours, so you're fine. 2 hours. She's going to the cinema in 2 hours. Yeah, wanna join? Ой, привет, спортсмены, прошу прощения, что прервал это прекрасное видео, но у меня для вас есть очень важное заявление. Формула X в огромнейшем торговом центре, который посвящен исключительно оффроуду и эндуро, находящийся в Москве, открыли КТМ. Да, КТМ, Усквадна, все эти огромные бренды и китайские мотоциклы тоже присутствуют теперь Формулу X. Парни, если вам нужна экипировка, мотоцикл или вообще все, что угодно, вы хотите посетить его как музей, вы приходите в Формулу X, потому что это огромная территория, 4 этажа, сколько-то там футбольных полей, все для того, чтобы вы могли приехать, посмотреть, выбрать, купить. Эта точка называется Kill 'Em All. Как одноименный альбом Металлики, ну или как переводится, я убью их всех. Вон директор Романьяк стоит со своей дочерью и, ну, можно сказать, кайфует и наблюдает от того, что здесь происходит. Thank you.
Să-l pun să-l ajute eu. Добро пожаловать на Романьяк, ребяточки. Вот это красота. А вот и райдеры компании Бета тут немножко подзависли в неловких ситуациях. Ну, бывает, братец. Вообще жесть. Сейчас полетит. Бам. Дэвид Гарза. Видимо, испанец, а может, итальянец. Красавчик, почти заехал. Вторая попытка будет. Дэвид, смотри, навигатор, вот кобздец. Все навигаторы сломал, Дэвид. Давай там аккуратненько. It's okay? Попытался им объяснить, where is hard, он не understand. Увидеть Романьяк, да и снимать его, знаете, это квест такой целый небольшой. Мы здесь российские участники, все ездим на машинах, пытаемся найти точки, где ребята заезжают, преодолевают сложные препятствия. Организаторы выдают в доступе на сайте или там вечером по чатам раскидывают только точки для класса Gold и серебра. Остальные точки, ну, они считают, видимо, неинтересными для съемки, поэтому не предоставляют их СМИ. Репортажка. Красавица, красавица. Комсомолка. Студентка. Хард-эндуро – это спорт, которым приоритетно, конечно же, занимаются мужчины. Это спорт воспитывает в мужчинах выносливость, силу духа. Он заставляет нас проявлять характер и черты, в которые, ну, не всегда доступны в обычной жизни. Сейчас мы с вами можем убедиться, что хард-эндуро – это не сила и не огромные мышцы, как многие думают. Накопленные в зале – это техника и характер. Сандра Гомес, та, что девушка на ваших экранах, весит всего 50 килограмм. Нету столько мышц, где силой можно вытащить мод. У ней нет ни одного шанса сделать ошибку. Единственное, что у нее есть, это сила духа, которая поражает. И поражала нас все это время. Выносливость, которой завидуешь, и характер бойца, который порой не хватает, да что уж там, некоторым нашим звездным спортсменам. Еще одна перестановочка. Сандра почти всегда ехала в конце гоу-класса. После нее обычно появлялся Алекс Вилку, или как по-доброму его называл Павлуха, Леха Вилки. Но она всегда ехала. Да, иногда падала, без сил. Да, иногда мы ей помогали, но она ехала и проезжала. Мы специально оставили на монтаже видео, которое вы сейчас смотрите, для того, чтобы больше сомнений ни у кого не было, что случайных финишеров голд-класса не бывает. Ну, в общем, с Пашкой сегодня личные операторы, Сандра.
И вчера надо, наверное, на оклад вставать. Сейчас будет сложный момент. А ей это не первой. Цель перестановочки от Сандры. Пожалуйста, урок номер один. Полную версию вышли на почту. $500. Один. Ребята, компания Husqvarna, смотрите, вот так вот устраивают сервис-поинты. Значит, они привозят своим гонщикам водичку. Это ГазГаз, это КТМ. Вот видите, это, видимо, инженеры, папа и сын. Немножко, конечно, они отличаются от наших парней, вот наши инженеры. Вот, парни, идите сюда, я вас познакомлю с инженерами Husqvarna. Вот, смотрите, видите, поддержка Husqvarna и ГазГаза подъехала. И вот поддержка Авантиса. Да. Ребят, а топор есть? Я просто без топора не умею ремонтировать. У них кроме бутылки с водой ничего нет. Не, если топор дадут, я без проблем, я все сделаю. Мы кувалды с тобой, два Авантиса. Посмотрите, ребята, на каких... Конвалв, да? Над конвалв? А, вот конвалв. А, нельзя? Действительно, на треке Романьяка присутствовали какие-то заводские гонщики, которые в какой-то момент просили нас не снимать начинку мотоцикла. Видимо, испытывали какие-то новые технологии, которые ждут нас в 2023 году. А если это увидит китайский мир, то в следующем году это уже может появиться не на заводе в Матинхофене, а на каком-нибудь Зонгшен в Китае. Итак, опять Сандра здесь с нами. Как хорошо. Я прям... Сандра! О! Гоу! Water! 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 Сейчас я Сандре воды дам. Быстренько. Ну, где? Откуда вода набрана, спрашивает. Can I take to my camel? Налить в этот... Can I take to my camel? Да. Но она пьет все равно уже. Налить в этот? Говорит, надо налить. На, заливай. Снимите сёма, пожалуйста, кто-нибудь. Сём, на, снимай, держи. Будем наливать сейчас. Андрей. Что-то кашляет. Кашляет, да. Держит Сёму. Сёма, снимай, смотри в этот. Снимай нормально. Ничего там не видно. А, это плохая вода. Окей. Стой, еще воды давай. Ребята, вот так тяжело. Фоткали, пожалуйста. Представляете?
Сандра едет уже более 5 часов. Время обед. Очень вымотана. Просто посмотрите на этот взгляд. Мы ее видели наверху, на горе. Она встретилась нам. Проедет вот этот ручей, там разворот. И там такой подъем. Как она его, бедная, поедет, непонятно. Это девочка, напоминаю, которая едет в классе Gold. И она одна единственная такая среди мальчиков. А самое интересное, что она всех мальчиков, ну нет, не всех, многих, но очень многих оставила позади. Олег Подлеснов угостил ее бананом. Да, Олег? Да, да, почему бы нет? Конечно. Помогать. Я сегодня поил еще 4 гонщиков со своей поилки. Ну, с рюкзачка смотрю. Давайте посмотрим. Сандра едет в лид 5,5. Одежда тоже на ней, ну, штаны, джерси тоже лид. Лид шлем, лид очки. Ну, видимо, контрактная история. Сандры уже нету сил даже просто закрыть рюкзак, а ей еще ехать половину трека. Ну, тяжело. Тяжело. Обратите внимание, дождевик привязан к... То есть он не в рюкзаке, он просто привязан к рюкзаку. Очень тяжело, видно, что движения медленные, слов практически нет, не хочется разговаривать, разговаривает медленно и двигается тяжело. Надо немножечко хотя бы времени, 5-10 минут для восстановления. Thank you. Кирилл пытается сказать, что там очень тяжело. Обратите внимание, ребят, на прямых руках выталкивает потихонечку, все время держа. Знаете, на Романьяке, наверное, по крайней мере, в треке Gold к двум людям особое, абсолютно точно внимание. Это к Сандре Гомес и Грэму Джарвису, естественно.
когда видят их на треке. Воодушевление среди зрителей, ну, в разы прям больше, ярче эмоции кипят. Знаете, находясь здесь на треке, дожидаясь гонщиков, все разошлись. Вы видели, здесь была большая толпа зрителей, каких-то фотокорреспондентов, СМИ. Сейчас остались только ребята из Севендуры и девушка с нами. И мы уже практически стали уходить. Но, уходя, увидели, как приехали вот эти двое гонщиков, и мы поняли, что они, ну, без помощи, будет им очень тяжело заехать. Мы решили остаться, помочь, ну, естественно. Знаете, помогать регламентом запрещено. Помогать могут только гонщики друг другу. Но так как мы все гонщики, мы решили, что мы имеем право полное помогать друг другу. Да и вообще сложно, когда вот гонщик, когда ты понимаешь, что ты был в такой же ситуации, когда нужно чуть-чуть вот тебя прям вот взять и подтащить за вот этот ремень мотоцикла. И сложно стоять, смотреть и не помочь человеку, твоему коллеге, брату фактически. Вилкин, все. Покидают последние силы, Леха. Это действительно очень сложно. Еще и мотобот расстегнулся. Давайте поможем. Лех, кто из-за этого расстегнул мотобот? Давай скажем. Пока ничего, Миш. Не можешь что он говорит. Ну ты да, я тогда блядь, не помолчу кто-нибудь. Ну могу сказать. Мартин, блядь, еблан, шлифу, блядь. Цыган. Садись, сука. Изверг, блядь. Ты знаешь,
все в жизни возвращается. Тебя тоже на этом самом наверняка многие похуесосили. Геленджики. Да, сейчас многие подписчики Миш пишут. Сейчас все будут очень рады. Уже многие пишут, что это карма, Миша возвращается. Я больше не буду громко делать. Прекращай. Все, наоборот. Сейчас отпустят, Миша, сейчас отпустят. Я поехал помирать потихонечку. Ты там? Не, нормально. В общем, увы, печальные новости. Сегодня день, когда две печальные новости. Первая — это Грэм Джарвис травмировал колено по предварительным... По предварительной информации. Я не знал. Да, Грэм... Серьезно? Да. И поэтому он приехал восьмой, кое-как добрался. К сожалению, для Грэма Джарвиса на второй день Романьяк 2021 закончился. Он получил очень серьезную травму, порвал связки в колене, и в его возрасте восстановление займет не меньше, чем полгода, а то и больше. Мы знаем, что Грэм смотрит канал Seven Endurance, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Не поленитесь, парни, напишите пару слов в отзывах. Грэм уверен, что будет очень приятно. И вот вторая печальная новость. Миша получает второй таймбар, а это означает, что он не сможет вообще продолжить гонку, скорее всего, и уже завтра не выйдет на старт. И Романьяк для российских участников в классе Gold закончен, увы. Возможно, там есть какие-то варианты, когда можно еще продолжить, но, по-моему, в регламенте все четко прописано, увы. Румыния очередной раз показала свои зубы. Романьяк в классе Gold и Silver знакомит участников с самим собой. Она заставляет узнать себя настоящего. И каким бы сильным бы ты ни был, как правило, ей этого мало. К ней нельзя подготовиться на 100%. Румынию помимо умения, силы и отваги нужна и удача. А это есть не у всех. Ну что ж, друзья, закончился второй день Романьяка нашей съемки. Сегодня мы снимали. Закончился. Мы же сейчас едем искать этих. Едем бивуак. Да подожди, бивуак. Романьяк 2021 года был наполнен сюрпризами. Один из главных — это ночевка всех гонщиков в палатках. Бивуак. Подобие Дакара. Мы 4 часа пытались прорваться к бивуаку, чтобы снять его и проверить, действительно ли это изолированное пространство от всех, или все-таки хитрые механики серьезных команд могут помочь гонщикам. И лично убедились парни, что это невозможно. 7 кордонов с охраной и жесткий регламент не дал нам возможности даже на пару километров приблизиться к бивуаку. Хотя мы потратили на это целый вечер. Нас уже зовут. Домики такие у них в горах красивые. А это мы потом не особенно. Вот такие дела. Вот так мы раскладываемся. Ставим палатки. Вот это мадам. Очень быстро едет. Я ее даже догнать не смог. Прям на прямиках валит. Ой-ой-ой, на байке едет. Полуголый Курбатов. На отсечке работает. И ничего не могу сделать. На отсечке ты ехал всю дорогу? Хранение вообще не работает. Разместились, короче, вот так. Такая поляна обалденная. Речка шумит. Такие раскладушечки у нас классные. Палатки быстро разбираем. Все сушится. Мы пойдем сейчас кушать. Здесь сейчас такая вот атмосферка. Вот чуваки вообще все купаются в речке, валяются. Не знаю, тоже залезть, что ли. Билли Болта встретил, ну, пошел купаться. Прикольно тут. В общем, сегодня перед финишем, наверное, метров 150 осталось до финиша. Хорошо ехал, убивал, начал убивать места уже. И крестанула мотоцикл. Скорость была большая. Третья или четвертая, не помню. В общем, крестанула, размотала меня. Швырнула на землю. Вот. Сейчас лежу, отлеживаюсь. Выскочило вот это вот правое плечо. Потом я его ставил на месте уже, где разложился. Вот так выглядит локоть. Ну, это
максимальное повреждение, что получил. Вот, сегодня пацаны из команды перевяжут, сделают с утра обезболивающий укол и поеду гонку, потому что надо финишировать. Я здесь для этого и есть. Находим сейчас в биваке, пару видео поснимаю. Вот так выглядит бивак. Там жарят кабана, продают там пиво за деньги, бесплатно кормят. Вот экип мой сушится, джинсуха вся в крови. Вот, весь рукав в крови, пока ехал, там натекло, блин. Вот. В общем, Саня уколол диклофенаком, дал таблетки обезболивающие. Сейчас покажу, что со шлемом, что с коленями, с титановыми случилось после удара. И раскололась левая крышка двигателя от удара. Очень внимательно читаем ваши отзывы. Благодарны вам за каждый. Спасибо вам, парни, за вашу доброту. Если бы не ваша поддержка, давно бы уж бросили.